то, что сделал Вячеслав Викторович, конечно, было основано как системное решение. Это и гостиничный комплекс, это и как раз дом полетов, это и сама территория, дальше строительство ангаров. Для того, чтобы аэроклуб развивался, это важная задача. Погрузился в проблематику решения, понимаю, насколько много поколений именно кто связан с аэроклубом имени Гагарина. И наша общая задача, чтобы этот аэроклуб был сохранен, удивительный, единственный в мире.